Дорогие друзья, замечательная киевская художница Ольга Барашекова, вот посмотрите, она справа от меня, сделала мне потрясающий подарок, который мне очень нравится, нарисовала, или правильно говорить, написала два моих портрета, на которых я выгляжу, мне кажется, намного лучше, чем в жизни. Вот первый портрет, не откажу себе в удовольствии его поднять и вот так вот показать. Он выполнен холст маслом. Да. Да? Это холст масло. А вот это уже акрил. Правильно я говорю? Правильно. А вот это уже акрил. Но, по-моему, красиво, честно. В жизни я намного хуже. Я, собственно говоря, не просто показываю вам это произведение одно и второе, чтобы похвастаться, а чтобы поддержать Ольгу Барашекову и сказать каждому из вас, если вы хотите своим близким, родным, на дни рождения, на торжественные какие-то праздники, на торжества, на Новый год, да на что угодно, да просто так. Да? Если вы к ним хорошо относитесь, можете же вы позволить себе заказать у Ольги Барашековой для них вот такой, да не такой, намного лучше портрет. Поэтому мы сейчас напишем координаты Ольги, вы сможете с ней связаться и заказать ей портрет для вашего близкого человека. И не один. Кстати говоря, то, что я сейчас сказал, это натуральная реклама. Я это делаю бесплатно за вот эти два прекрасных портрета, чтобы вы не сомневались. И ради того, чтобы поддержать талантливого человека. Давайте его поддержим вместе. А я хочу добавить со своей стороны, что Дмитрий Ильич немножечко притворяется, что он не такой красивый в жизни, как здесь. Я хочу сказать, что он очень замечательный, прекрасный мотиватор, потому что речь у нас шла, конечно, у меня шла речь о том, чтобы нарисовать его портрет, но когда я попросила Дмитрия Ильича фотографии и попыталась узнать, какие ему нравятся больше, я перелопатила столько информации, что вот мне очень захотелось сделать в современном стиле портрет. Хотя призыв к тому, чтобы делать портреты, я думаю, он может быть и актуален, но самое главное – это дарить людям радость и красоту. Поэтому если вам нужны не только портреты, если вам нужны пейзажи, натюрморты, пожалуйста, обращайтесь, потому что мир вокруг нас должен быть прекрасен. Мы должны жить в красивых и приятных условиях, и для этого у нас все есть. Ольга Барашекова подарит вам радость и красоту за ваши деньги. Однозначно.